Жень, ну тут что-то тебя не устраивает. Тебе надо было сделать ногти на волосных лежах. Да я просто там не планировала оставаться, и поэтому... Я пришла изначально уходить оттуда через неделю вообще нахождения моего на проекте. Вот. Но продюсер сказал, что типа останься, вот, побудь еще. Вот. Он попросил меня, и я как бы осталась. Вот. Поэтому я не собиралась там делать что. Туда поставить. Зачем? Надо. Ставь. Чтоб ровно было. Ставь. Вот, поэтому я не собиралась ни делать ни волосы, ни ногти, и как бы не захотела я. Да, я извинилась перед Черно, потому что надо было так сделать только из-за того, что я ко всем ребятам нормально отношусь и не собиралась там ни с кем наводить конфликты. Вот сюда, Миш. Так. Да, я из Алексея. Они большие. Что там? Какой выбор? Жень, хорош. Я не увидела вопроса, напишите, пожалуйста, еще раз. Отвечать не надо мне, я не увидела. Вы знаете, сколько у меня седых волос на голове из-за этого Жени? Вы знаете, сколько я уже пью пустырника, чтобы только нервы себе не трепать? Я не успеваю читать. Миш, где твоя белая расческа? Откуда я знаю? На. Так, черно. Да, Женя меня просил уйти. Вот. Но он как просил? Он меня обзывал. Вот. Поэтому я не считаю это прям таким... прошением. Обзывал, оскорблял меня, обижал. Так, а сейчас ты... Я не смотрела свои эфиры еще. Все до конца. Я нисколько не получила, потому что я была на испытательном сроке. Да там, да ладно, не дадут драться, вы что? Так, да, реально. Ну, хочешь? Что это? Это яйцо вкусное. Давай. Очень вкусно. Ты сам приготовил? Сам. Молодец. В водичке. Мы с подругой Стан смотрели ничего, когда ты перешла, обалдели. Мы уже знали, как бы... Что? Нет, Миш, ты голый. Что она выбрала. Женя, откуда он? Женя, это вот прям, что за Женя, откуда он? Вот прям под тобой написано, Женя виноват. Так, спасибо. Нет, в доме 2 я больше сниматься не буду. Вот у него, видите, опять начинается, не пиши мне после этого эфира. Вот что за, блин, бред, детский сад в прямом эфире? Меня. Куда? Нет. Сейчас, Миш, будем уже вылезать. Нет, я не шла туда с целью построить любовь. Просто предоставился шанс, и я туда пошла. А у меня, на самом деле, немного прибавилось в Инстаграме. Вот. Где-то, наверное, только человек 400 и все. Абсолютно нормально я отношусь к негативу в свою сторону. Вообще плевать, честно. Обо мне говорят, и я очень рада.
Я сейчас все вылезаю. Ладно, все, я буду отключаться, буду мыть ребенка и вылезаю. Все. Меня сейчас Женя просто прикончит, вот и все, вот что я знаю.